Сегодня 12 июня. Я давно ничего не писал, потому что не о чем, да и незачем. Новостей никаких нет. Все здесь во Вьетнаме очень медленно, очень плавно. Каждый день сурка. Так что не о чем рассказывать. Одни и те же картинки, одна и та же погода, пальмы, море, солнце, небо. Так что тут спокойная, размеренная, ежедневная жизнь. Вообще без забот и потрясений. Мои вам наилучшие пожелания. Сегодня 12 июня, какой-то праздник вроде в России, если я правильно помню. Ну, всех сопричастных с ним поздравляю. Большой привет из Вьетнама.